Добрый вечер, Андрей Невский. Сегодня хочется один такой нюансик осветить. Очень часто, когда прошли ноги противника, да, и потом хотят или коленом вот здесь заступить, вот, или пытаются пройти, а партнер и ногу заряжает, и отталкивает, и не пускает меня, да, вот уходит на бочок, отталкиваясь, и не получается мне его сделать контроль. Как один из вариантов, когда я прохожу ноги, прошел одну ногу, взять поясок, да, и отсюда помогаю рукой и ногой, оттягивая, не даю ему двигаться, и пояском вот работаю, вот нога пришпорена, ему сейчас тяжело уйти, вот пришпорить его, да, и здесь спокойно уже забираем другой захват, или хочется просто контроль болевой сделать, вот в грудину, вот движение, или если хочется отсюда продолжить, например, удушение, да, вот заставляем ручки опускать вот сюда, да, забираем удушение, на удушение. И потом, когда я взял правой рукой хороший захват, к примеру, да, то уходим захват, вот можно пониже здесь взять, и уже продолжаем душить, даже коленом контролируя. То есть вся фишка в том, что проходим, используя вот этот стопор. То есть, я прохожу, даже вот отсюда, если прохожу, да, я взял, вот, прохожу. Легче проходить, когда есть захват за пояс. И очень плотный захват, но от ноги тяжело избавиться. Да? И вот отсюда продолжаю атака, да. Вот, допустим, забираю, примеру, и подхожу на то, что мне надо уже. То есть надо использовать пояс для того, чтобы на какой-то момент обездвижить противника, чтобы принять в дальнейшем удобное, хорошее для атак положение. Спасибо.